Так, всем привет, друзья, подписчики канала «Деньги из интернета». С вами Игорь. И сегодня мы будем с вами разбираться с таким сайтом, который называется SoftPublic. На этом сайте можно как зарабатывать без вложений, также можно рекламировать свои проекты. Один из способов заработка находится вот здесь. Это можно заработать, выполняя задания, посещение, письма и серф. Давайте посмотрим. Вот у нас есть доступный один серфинг. Нажимаете на серфинг. И можно посмотреть, вот видите, два сайта с этим серфингом. Просто нажимаете, и здесь оно подгружается. И за этот просмотр вы получите деньги. Вот видите, BetGeddawa не хочет прогружаться. Хочу сказать, что этот сайт похож на такие сайты активной рекламы, или как почтовики, как SalesPrint. Я думаю, что все знают такой там BitPromotion. Он похож, но я думаю, со временем, когда он уже начнет там развиваться, он может стать даже лучшим. Все зависит, конечно, от администратора данного проекта. Хочу сказать, что ссылка находится в описании. Пройдете по ней, зарегистрируйтесь. Регистрация здесь не сложная, все очень просто. Там заполните, как всегда, логин, пароль, имейл. И самое главное, хочу сказать, что нужно записать свой, я скажу, пин-код. Пин-код очень важный, смотрите, его не потеряйте, потому что его нужно вводить, когда вы будете заполнять там свои, ну, типа личных данных, там подтверждать e-mail, свой NIF на WebMoney, нужно вводить этот будет пин-код. Так, давайте посмотрим, что здесь. Короче, этот серфинг закончился, ну и ладно, этот серфинг. Также посещение, ну с этим разберетесь. Там посещение, это тот самый серфинг сайт. Задания. Ну, задания такие же самые, принцип выполнения, как на том же самом SalesPrint. То есть заходите, можно нажал. Заходим на задание. Читаем, что нужно сделать. То есть здесь вот нужно зарегистрироваться по ссылке. Ну, жмете вы начать выполнение, если оно вам заинтересовало, это задание. Открывается эта ссылка, да, по которой нужно зарегистрироваться. Проходите регистрацию. Ну, когда нажмете выполнение, здесь в этом окошке укажете ваш логин в отчете. Это будет логин на сайте SalesFast. Ну, это все как бы такое, не совсем интересное. Интересное начинается, сейчас я покажу где. Интересное начинается вот из достижений. Даже не достижения, давайте посмотрим карьерную лестницу, так называемую. То есть это как возрастает ваш рейтинг и как возрастают все доходы. Хочу сказать еще, что на сайте трехуровневая реферальная система. Это вообще здорово и отлично. Но заработок зависит от статуса. Эти здесь есть статус новичок, студент, опытный, продвинутый, активист, специалист, там, ранг-мастер. Да? И еще что нужно учесть, вот эти очки, очки рейтинга. Чем больше очков, соответственно, тем больше вы зарабатываете. Тем больше там реферальные отчисления и тем больше сумма на вывод. Максимальная сумма на вывод. Здесь 1500 рублей можно выводить каждый день. Что не может не радовать. Итак, как же получить вот этот рейтинг? Это сейчас посмотрим. Вот заходим в достижения. Нажимаем все существующие достижения. И вот видите, в плане заработка. Вот 5 очков рейтинга дается, когда вы выполните первое задание. То есть выполнили одно задание, уже идет 5 очков рейтинга. Дальше нужно выполнить 10 заданий, получите 10 очков рейтинга. Вот оно все здесь указано. Ну и так дальше. Чем больше заданий, тем больше очков. Ну это по заданиям. Дальше идет вот чтение писем. Там 10 писем, да, и уже 2,5 очка.
рейтинга. Дальше 100, соответственно, больше очков. Также вот видите, что здесь дается еще полрубля, когда вы выполните в расчете 100 писем. Дальше серфинг. То есть 10 сайтов в серфинге надо просмотреть и 2,5 очка. И так дальше смотрите, что нужно выполнять, и получаете вот этот рейтинг. То есть чем выше ваша активность на сайте, тем больше вы зарабатываете вот этого рейтинга, и тем выше ваши будут заработки. Ну, тоже я говорю, что можно приглашать рефералов. Реферальная ссылка находится, вот рефералы, ссылки и баннеры. Вот ваша рефсылка, ну это моя рефсылка, у вас будет своя. Вы уже эту рефсылку там будете предлагать, зарегистрировались. Друзья, знакомые, ну, то же самое можно записать похожее видео на мое. Можете мое использовать видео и ставить свою рефсылку уже под этим видео. Ну, я, в принципе, буду не против. Так, смотрите еще, какая есть штука. Мой аккаунт. Настройки. Вот здесь нужно будет заполнить все вот эти поля. Там тоже дается 10 баллов рейтинга, когда вы заполните все. Номер телефона, email, MIT. Все вот это надо будет позаполнять. Финансы также надо будет поуказывать, эти все кошельки. И подтвердить. Ну, здесь то же самое, нужно будет этот пин-код вводить, который у вас идет при регистрации. Это очень важно. Не потеряйте его, когда он вам придет там на почту. Также смотрите, еще есть конкурсы на сайте. Есть конкурсы именно от вашего реферера, то есть от меня, да, конкурсы. Есть глобальные конкурсы, которые идут от системы. Вот здесь конкурс на, видите, нужно заработать на заданиях, серфинге и посещениях как можно больше денег. Ну, кто заработал больше денег, тот и получит как бы денежку. Видите, за первое место здесь 300 рублей. Кто победит в этом конкурсе, то есть человек вот заработал на проекте, плюс ему еще положено, то есть не положено, он еще выиграет 300 рублей. Также за каждую, так сказать, за призовое место в конкурсе, чем больше вы их займете, тем вам так же само к этому рейтингу вашему будут добавляться очки. Так что участие в конкурсе тоже очень важно. Так что проявляйте активность на сайте. Это вам очень сильно поможет. Я жду вот это достижение. Смотрите внимательно, почитайте, что там нужно сделать. Что нужно делать. И все вот эти достижения я вам советую повыполнять. И то, что вы зарабатываете на сайте, да, выполняя там какие-то письма, чтения, там, делаете задания. Плюс ко всему вы еще получаете рейтинг. Это тоже хорошо. Вот такой сайтик. А, еще хотел сказать, что там первая выплата идет, то есть там говорится, одна происходит от суток до 4 суток. Мне первая выплата пришла в течение где-то 12 часов. Сейчас я его попробую найти, эту выплату. Нет, это не она. Уже не она. Сейчас найдем. Вот видите, это выплата с этого данного проекта. Вот SOC Public, как там это все назвать. SOC Public. Вот участнику Чигарели. Видите, что у меня Чигарели логин, так что это моя выплата. Вот пришла 2 рубля на мой PR счет. Так что сайт платежеспособный, все нормально, все платится. Вы видите, что у него дизайн очень дружелюбный, все просто, все как бы замечательно. Также смотрите, можно как зарабатывать, также рекламировать свои какие-то проекты. То есть вы можете создавать свои задания, посещения, письма, ну и так далее. То есть сайт еще очень хорош для рекламы своих проектов. Если вы хотите там набрать рефералов там, или раскрутить свою группу там, или т.д. и т.п. Это уже, я же не знаю, какие у вас там запросы. Вы можете спокойно использовать данный сайт. Так что если есть у вас какие-то вопросы,
можете писать комментарии по данному проекту или по других проектах. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если оно было для вас полезным, если оно вам понравилось. Также смотрите другие видео у меня на канале.